принципе, нас более-менее выбивали с приема и переигрывали блоком. Мы не могли блок обыграть, поэтому у нас атаки не было. И, ну, очень сложно психологически, когда там каждое касание, каждая атака, вернее, там либо смягчение, либо блок, либо защита. Поэтому психологически вот этот блок нас остановил. Мы так не смогли перестроиться. Там, перестроились только в конце третьей партии. Там чуть-чуть поменяли просто тактику, стали по-другому пасовать. Ну, считаю, что неплохой был матч, потому что, когда играешь против хорошей команды и первых лидеров, да, чемпионата, вот, игра априори просто не может быть плохой. Соперник хорошо сегодня подавал, хороший был блок, чуть-чуть где-то не справились, может быть, с эмоциями. Концовка сезона, тяжело уже всем. Интересная развязка, но ничего, еще впереди две игры. Всем желаю удачи. Победой неплохо отыграли, подавали, выполнили установки, были нацелены, как бы заряжены на игру, на борьбу. В этом плане молодцы, добавляем, но еще есть к чему стремиться. Какие-то все равно были корректировки по ходу игры, особенно там связку пытались где-то как-то разнообразить игру. Ну, если так же дальше будет продолжаться, будем добавлять. Вот, я думаю, что мы сегодня, ну, на мой взгляд, как я видела, мы очень хорошо сыграли. Просто подавали подачу, блоков очень много. И, не знаю, реально сыграли командой хорошо. Изначально, конечно же, мы разбираем, что куда скидывать, как стоят защитники у них. Но вообще, разбирая эту команду, мы думали, что они нам сделают столько скидок и ждали от них больше бежать вперед, но что-то они сегодня как-то больше по пальцам били.